прошлом новая Конституция России всегда знаменовала новую эпоху в жизни страны. Коренные изменения в жизни каждого из ее жителей. Свою Конституцию принимало каждое поколение россиян. Конституция 1918 года подвела итог революции. 1925 знаменовал переход от восстановления к развитию страны после гражданской войны и сложного экономического периода военного коммунизма. 1937 год – сложнейший политический год поколения, жившего в период, который некоторые историки называют пиком советских репрессий. 1978 год – пик уже экономического могущества СССР, расцвет брежневской эпохи. Именно эти года вспоминают как самые эталонные для советского человека. 1993 год. Новые правила новой жизни страны, которая знаменовала эпоху ослабления государства и сложного противоречивого периода 90-х. Пришло время обновления основного закона – Конституции нового процветающего поколения нашей страны. Именно ты решаешь, какой она будет. Приходи 22 апреля и выскажи свое мнение. Это твоя Конституция. Конституция твоего поколения.